Всем привет, дорогие друзья, с вами я, IP Fox, и сегодня мы с вами попробуем, так сказать, игрушку про русскую деревню, а именно симулятор русской деревни. Надеюсь, мне игра понравится, стоит она достаточно недешево. Ну, вот мы уже видим медведей, которые облюбовали дом на... Чё это? Как он? Избушка на курьих ножках, да? Окей, let's get it. Давайте начнем новую игру. Я уже заходил, тестил, как будет по FPS-у, но дальше, как бы, грубо говоря, катсцены, которая там была в начале, я не прошел. Чтобы, так сказать, не испортить себе впечатление и мою реакцию, в принципе, на эту игру. Ну, идет она вроде неплохо. У меня там на около средних, по-моему, стоит средний, высокий, что-то около того. Ну что, еще запись сейчас идет параллельно. И VD Games представляет максимально культовую игру про русскую деревню. Начинаем. Окей, let's get it. Погнали. Магазин. Пьянчуга какой-то. Водочки в магазинчике купил и нормально себя чувствую. Ну, я так понял, нам сейчас показываю местность, где мы будем, так скажем, обитать в ближайшее время. Угу. Это, я так понимаю, наш дом будет, учитывая, что нам его так рьяно пытаются показать. Или нет? Брат деда Максима. Окей. Здравствуй, Иван. Как же я тебя ждал? Давно у нас не было пополнений в деревне. Надеюсь, тебе понравится. Давай я покажу тебе твой дом, выделен нашим сельсоветом под молодого специалиста. Окей. Ну вот это я так понимаю, да, мой дом? Ой-я. Так, значит, что у нас есть? У нас есть карта... У нас есть жажда, голод, усталость, выносливость, здоровье. Угу, 100 рублей в кармане. Это твой дом. Угу. Ну да, в принципе, логично. Это что, металлолом? Вау, тут типа РПГ-составляющая еще есть? Неплохо. Лутаться, лутаться, лутаться. Так, а тут у нас что? А вот твой огород, ты можешь выращивать на нем овощи, но для начала купи семена у Марии Ивановны. Да? Надо бы прополоть грядку. Уничтожение надоедливых сорняков. Ага. А, вот, да, у меня усталость, жажда и голод немного повысили. Здесь можно консервировать выращенные овощи, обрабатывать древесину на токарном станке, изготавливать различные изделия, и... понятно. А, тут еще мусорный бак есть. Вот и твоя баня, в ней можно отдохнуть. Окей. Набрать воды. О, лут вижу. 10 ведер. Понял. При использовании колодца за один раз вы набираете... А, 10 литров воды, это не 10 ведер, окей. Вода пригодна для питья водопоя животных, мытья в бане, приготовления пищи и самогоноварения. Понял. Лут. Так. Чё еще? А где дед Максим? Точнее, брат его. Счетчик. А, вот он. Стой! Ты мне не все показал. Стой, кому говорю. Давай. Давай, беги! Или все уже, или мы можем играть спокойно. Типа он просто... А, нет, смотрите, знак вопроса до сих пор есть, значит, скорее всего, еще не все. Магазин. А, вот, он меня к магазину привел. Он как раз стоит.
Здесь можно приобрести различные продукты, также можно продавать собственную продукцию. Ага. А, то есть я могу, допустим, выращивать, ну, овощи, грубо говоря. Хочу показать тебе нашего фермера Григория, у которого ты можешь приобрести животных для разведения. То есть мы можем выращивать овощи, фрукты и все прочее, и потом продавать их в магазине. И, допустим, на эти деньги покупать еще семена и так далее. Ну, короче, понятно. Суть ясна, по крайней мере. Чё вот это? Установить скамейку. У меня не... А, то есть... О, еще лут. То есть, грубо говоря, в этой деревне я все за всех должен делать и получать спасибо, я правильно понимаю? Бля, музыка-то какая в натуре. А где? А, во. А вот это что, это тоже скворечник какой-то или что? Да, я должен еще, грубо говоря, эти скворечники, скамейки ставить и так далее. Понятно, короче. Все скинули на мои плечи и... Понял. Брат деда Максима тут самый брутальный, он даже через эти... Как он, тракт? Через тракторы вообще насквозь проходит, ему вообще на все до фиолетового глаза. Так, лэп тут есть. Ну, короче говоря, деревушка неплохая на самом... О, а це что такое? А, ну это типа теплица, да. Теплица это искусственно небольшое сооружение или парник, предназначен для выращивания растений, часто имеет стеклянные или поликарбонатные стены и крышу, позволяющие проникать достаточному количеству солнечного света и защищающие растения от неблагоприятных природных условий, таких как холод, ветер или снег. А, ну то есть, чтобы мне делать его, мне надо, грубо говоря, ресурсы какие-то. Ну, логично, в принципе, да. Так. Фига себе, дед Максим-то уже... Ой, точнее, брат-то деда Максима уже убежал. Это, случайно, не тот дед Максим, который умер? И с ним кое-что осталось? Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, он жив, здоров и полон сил. Так, выносливость у нас заканчивается быстренько достаточно. Ну, ничего страшного, нам хватит, я думаю. Ага, то есть вот у этого молодого не, или не очень человека я могу покупать растений. Ой, растений, животных. Вот Игорь. А вот и Григорий. В общем, ты устраивайся в нашей деревне, а я пойду по своим делам. Окей, я понял. Так, давайте начнем вообще изучать, что к чему. Так, ну, скорее всего, нам... Подожди, там сундук какой-то. Ну, да, ладно, это потом. Скорее всего, его можно залутать или что в этом роде. Я так понял, тут помесь симулятора и RPG. Может, что-то такое. Что-то у меня сейчас пролагнуло. Не, ну, слушайте, в принципе, игра неплохо выглядит. Достаточно таки неплохо. Ладно, давайте тогда начнем потихоньку разбираться с нашими грядками. Посмотрим, что у нас вообще в доме есть. Помимо всего остального. Так. Ну, баню нам по... Я же собирал, не? Ладно. Так. Это наш дом. Редактор стен. А, серьезно? То есть я могу еще и стены перекрашивать? Холодильник для ягод, холодильник для продуктов. Сундук. Давайте металлолом сложим пока. А, количество 5. Отлично. Пусть он пока у нас будет. Это что, непонятно? Шторы. Русская печь. О, нихрена себе для нее надо. Вот это вырезки из газет и заходишь так, блин, это нормальная тема, это мне нравится. И
Используя плиту, можно приготовить множество блюд. Каждое блюдо имеет свои ингредиенты. В свою очередь, необходимые ингредиенты можно вырастить на огороде или купить в деревенском магазине. Вот кто знает, вот что это, меня поймут прекрасно. Эта тема вообще интересная. Она, по-моему, вообще во всех деревнях есть. Это прям, ну, это база, это знать надо. Так, приготовление блюд. Хорошо, радиус, спички. Возьму. Это что? Отмычка? Серьезно? Так, тут еда какая-то, что-то еще. Когда вы пользуетесь кроватью, вы восстанавливаете свои силы. Вы просыпаетесь утром между 6 и 8 часами утра. Ну, в 7, короче говоря. Это что? Ну, я так помню, это взять нельзя, ладно. Угу. У нас телек. Кстати. Радио. Я надеюсь, за это мне не кинут какой-нибудь страйк, например. Ладно. Окей, Глазгири, сейчас нам надо первое, что, наверное, заняться, это... Скорее всего... Уа! Тихо, спокойно. Так сказать, культуры, культуры, нам нужно сделать себе культуры. Ну, имеется в виду эти, типа, овощей. То есть купить Марию Ивановну надо найти. Окей. Кстати, сундучок есть. Давайте попробуем открыть его. Так, он тут. Опа. Это наша машина? Да вы чё? Да ладно. Так, подождите. Блять. Ля, шустрая. Ладно, давайте ее пока загоним. А, тут даже фары у нее включены. Блять, слушайте, а игра-то неплохая. Так, ладно, давайте начнем тогда с огорода, так я понимаю, своего. Или давайте-ка. Я вот тут вижу. Знаки вопроса. Ой, восклицания. Это женщина стоит. Да и по-любому от меня нужно. Да? Да. Софья Семеновна. Милый, принеси мне, пожалуйста, воды из колодца или колонки. Мне бы очень хотелось попить свежей воды, чтобы утолить жажду. Это также поможет мне почувствовать приятное ощущение прохлады в жаркий летний день. 100 литров воды? Водка и 100 рублей. Окей. А тут есть... А, тут колонка есть рядом. У нас уже есть 10 литров, то есть нам осталось еще, получается, 20 литров у нас. 3. 30. 40. Не, ну 100 литров это много. 50. 60. 70. 80. 90. И сотня. А у нас перегруза нету, типа... То есть мы можем носить сколько на нашей душе угодно, да? Действительно. Завершено. О! У нас есть деньги! Ура! Водка, 106 рублей. Стой. А, то есть мы ее, я ее продать могу? О, я попил. Теперь у меня жажды нет. А, милок, молодец, ты настоящий ремонтник. Я заметила, что забор начал крошиться, его нужно починить. Будь добр, помоги мне с этой задачей. Проверь, пожалуйста, какая именно секция забора нуждается в ремонте. После этого займись заменой сломанных деревянных досок или прутьев. Будь осторожен при работе с инструментами и помоги. Я... Что я...
А, и помни, что я очень ценю твою помощь и умение решать подобные задачи. Спасибо. Необходимо 14 забора. У нас там был верстак. Нам брат деда Максима говорил, что у нас был верстак. Это чё? Двуствольное ружье используется для охоты на диких животных. Оно активируется нажатием Q, а также обладает другими полезными функциями. Серьезно? Не, ну... А, то есть Q, вон. Удочка, палатка, телефон, керосиновая лампа, костер, пустые руки, топор, мотыга, двустволка. Блин, слушайте, ну... А я же недавно собирал. А, вот, у нас есть топор. А, это не тот топор, который нам... Ладно, этот мы взять не можем. Так, тут у нас что? Вообще? О, это заготовки? Серьезно? Ладно, let's get it. Так, тут у нас что? Консервирование, хорошо. Отбеливатель. У нас дома такой же стоит, но он, по-моему, не берется. Чтобы взломать сундуки, разбросанные по всей карте, вам понадобятся отмычки. Окей. Это я уже понял, что тут отмычки. Раз. Если вы найдете мотыгу, необходимо для добычи камня. Разве это мотыга? Это кирка, по-моему. Ну ладно. На верстаке можно создавать различные изделия. Например, скворечники. Вот тут. Вот тут там, скорее всего, и забор надо будет сделать. Так, есть тут что еще полезное? Настольная пила позволяет распиливать бревна на доски. Вот, скорее всего. Из досок можно строить различные предметы на верстаке. Доски также можно использовать для выполнения квестов. Я понял. А как это? Ладно. Па-пам-пам. Еще отмычки. Ну, вроде больше ничего не вижу. Ладно, так, нам вот это вот надо, да, по-моему? Е. У меня нет бревен. Ага, то есть... А, то есть мне надо взять топор в руки. Правильно я понимаю? Ага. Понял. Выйти на свежий воздух. Найти какое-нибудь дерево. Ну, допустим, вон тут. И... Блять. Гриб! Под некоторыми березами растут подберезовики, которые можно собирать. Через некоторое время после того, как вы соберете гриб, он вырастет снова. Блин, прикольно. Прям все до мелочей продумал. Ой. А. Понял. Так, тут скворечник. Вот это, конечно, анимация разглядывания березы. Ладно, ну я думаю, столько-то хватит. Чё, блядь, береза нахуй, 10 метров. Ой, дождик пошел. Нам как раз надо сходить и посмотреть, как забор сделать. Сколько нам вообще надо для всего этого. Так, там дождик как раз начался. Е. Так, давайте. Количество 7. Распиливаем. Минус 7 бревен, 14 досок. Окей. И тут. А где забор сделан? Тут? Нет. Патрон для двустволки. Тут? Нет. Тут бревна распиливаем. Ну я не знаю, пойдемте попробуем. Типа я не гордо, понимаете? То есть мы вот я сейчас все сделаем. А нам еще и денег дадут. Отремонтировать забор. А, ну то есть нам
14 досок и нужно было, да? У нас столько же примерно, да? Ну да, примерно столько же у нас изначально и было. То есть нам надо искать, где вот эти вот дырки и захерачивать их. Все понятно. Не, ну да, в деревне на самом деле надо всем помогать, потому что там все держится, понимаете, на взаимовыручке. Это вот сейчас в городах люди там, все каждый сам все для себя, а вот в деревнях вайб, понимаете, такой вайб деревенский. То есть люди помогают друг другу там и так далее, и становятся, так сказать, маленьким дружелюбным коллективом. Все друг друга знают, друг другу помогают, а не то, что вот эти ваши города. А, все, починил, да? Да, да. Завершено. Ура! У нас деньги. Еще и что-то. Милый, ты действительно золотой мальчик. Я заметил, что у нас в холодильнике заканчиваются некоторые продукты. Я была бы очень признательна, если бы помог мне их купить. Вот список то, что нам нужно купить. Нихера себе. Дайте-ка я сфоткаю это. Чтобы... вообще понимание. Что сфоткано? Так, пожалуйста, старайся выбирать самые свежие и качественные продукты. Помни, что твоя помощь очень важна для меня, и ты всегда делаешь это с такой заботой. Спасибо тебе большое, мой дорогой помощник. Да, я обязательно верну тебе деньги за продукт. 1500 рублей. Let's гиря. Нам еще водочки, кстати, дали. Можно ее продать, если денег не будет хватать на продукты. Магазин у нас, по-моему, в той стороне, да? Кстати, у деда Максима. Дед Максим. А, ему водка. За 10 рублей 10 литров водки. А, именно бутылки нужны из-под водки, чтобы самогон делать. А я думал, я ему просто 10 бутылок водки должен за 10 рублей отдать. Окей. Чё? А, о. Добрый вечер. Так, погнали по продуктам. Давайте вначале отбеливатель продадим. Он нам, я думаю, пока что не нужен. Но, конечно, в будущем, да, он может нам пригодиться, но пока не нужен, абсолютно. Так, что нам надо? Хлеб. Одна буханка. Ищем хлеб. Одна. Дальше, яйца, 10 штук. Яйца. 10 штук. Фарш, одна упаковка. Фарш, ёпта. Чё так дорого-то? Майонез, одна упаковка. Майонез. Керосин. А, вон, майонез, одна упаковка. Растительное масло, 3 литра. Бля, у меня денег не хватит. Ладно, и колбаса одна штука. На колбасу тоже денег не хватает. Ну, что я могу сказать? Значит, надо нам где-то их заработать. А где? Ладно. О, кстати, семена. Да, Мария Ивановна, действительно. Помидоры, огурцы, картофель. Помидоры? Или картофель? Давайте картофель. У нас красная грядка освободилась. Но мы сейчас вырастим, может даже продадим, и у нас деньги будут. Но пока что у нас 1 рубль в кармане. Учитель Виталий. Здравствуйте, приближается 1 сентября, мне нужна ваша помощь. Мне нужно покрасить стены в школе, я не могу сделать это в одиночку. Окей. Ага. И вот просто за это мы получим 1500 рублей.
Let's get it, ёпта. Окей. Не, ну слушайте, мы тогда сразу же сможем сейчас все продукты купить. Ну, имеется в виду для Софии, как ее там. Ну, Софии, короче. Для бабушки той. Ро попросила внучка сходить за продуктами. Блин, до магазина, блин. Мы последний фарш, по-моему, да, покупали? Больше у нас ни на что денег не хватило. Сейчас докрасим стены и вообще все будет чики-пуки. Че металлолом спиздим сон? А почему бы и нет, собственно говоря? Оп, и все. Окей, let's get it дальше. Угу. Это мои шаги или кто-то за мной ходит? А, нет, это мои шаги. Просто не то в правом, то в левом ухе, мне немножко непривычно от этого. Мы как будто фломастером раскрашиваем. Я не знаю, чего это звук, но это явно не звук стен. Let's get it, дальше покупать продукты. Кстати, у нас тоже голод есть. И... Нормально. Так. Ладно, поехали дальше. Фарш мы... Не, майонез мы, по-моему, тоже купили, да, у нас есть... Да, майонез мы купили. Растительное масло 3 литра, вот. 3 штука есть. И колбаса 1 штука. Колбаса 1 штука имеется. Все, отлично, можно относить все. Сейчас посадим еще... Что, мы картофель купили, по-моему, да? Картофель сейчас посадим и, в принципе... Как раз уже ночь наступает. Наступает вечер. Можете включить фонарь. Понимаю. А, то есть, когда я стою, он, ну, да, вперед, когда я бегу, он чуть вниз опускается. Понятно. Софья Семеновна. А, так я и задание-то не взял. Спасибо тебе, милый, за продукты. Ты помог бабушке. Не за что. А, все, у него больше ничего нет. О! Отлично. Выполнили одну цепочку квестов. Так. Подождите. Как машину заглушить? Так, тут надо в настройки лезть. Управление. Кнопки управления. Глобальное движение. А машину как заглушить? Короче, она, я не знаю, как ее заглушить. У нас 2335 рублей. Нихера себе мы поднялись. А, подождите, на грядку вскопать. Слушайте, мы прям вообще дико наварились, я думаю. Ну, типа, именно. Мы же специалист, мы должны много зарабатывать, все правильно. Картофель. Посадка картофеля.
нас, кстати говоря, баня еще есть. Может, баньку попробуем сходить под конец-то дня? И чё? Картофель, время роста. Понял. Давайте теперь в баньку сходим. Вообще отлично отдохнем. Баню можно снять усталость. Для этого нужно затопить баню. Необходимо набрать воды из колодца или деревенской колонки. Найти спички и дрова. Окей. Пойдемте березы срубать. А, кстати, давайте воды наберем. А, подождите, дрова вот же. Или это что? Ой, блядь. Ладно. Я не знаю, на самом деле, сколько их нужно. Типа, но я догадываюсь, что не особо много. С помощью кирки и хранящей сыра можно добывать камень. Камень понадобится для выполнения некоторых заданий. А, не, пока нам не надо, пусть стоит. Да. Возможно, кстати, лаги на записи будут присутствовать, потому что мне почему-то ОБС говорит, что что-то кодировка перегружена. Ладно, давайте пойдем нарубим дров. Красота. Даже без фонарика, в принципе, видно большинство чего, чего можно, да? Тут ничего нету. На нихера не видно. Давайте нарубим дров. А сколько нам дров-то надо? Окей. Ну, я думаю, столько хватит, да? Так. Е. Сундуки. О, подождите. Сундуки. Ты, блядь. Дом средней сложности. Опа. А, ну, короче, что-то вроде Скайрима, там вот этих всех таких игр новомодных. О, огонь! Банька, парилка. Кто дальше знает текст, можете напеть. И горилка, водка и пивас, полный расколбас. О, вся усталость сразу же мигом ушла, просто вообще отлично. А, уже утро. Но мы хотим жрать и пить. И вообще... Ну да, использовать. Отлично. А вот что поесть? Курятину у нас есть. Мы можем ее пожарить? Ну, чисто курицы навернуть, да, так слегонца. Нормальные места. Ёшкин. Да ладно. Да ну. Да ну. Да ну. Ебанись. А мы так ее просто сажать сможем? Не, ну потому что сейчас приготовление блюд нам как бы это жестко. Нам сейчас походу придется идти
магазин затариваться. Конкретно причем. А вот это вот чудо поливать-то не надо. Время роста. Окей. Судя по всему, это чудо поливать не надо. Так, давайте, ладно, сбегаем до магазина, купим себе что-нибудь покушать, и на этом, я думаю, серию можно закончить. По данной игре. Вторая серия 100% боп, игра мне прям зашла конкретно. В смысле, блядь? А чё ты упал? Медпомощь не бесплатна. А почему? То есть этот долбоёб запнулся? Мы попали в больницу. И с нас еще и бабло списали. Привет, мужик. Каравай, овечья шерсть. Давай примем, потом выполним. О, тут блин просто так лежан. О, это быстрое перемещение. Остановка у почты у дома. О, давайте у дома. Если использовать остановки, то можно быстро перемещаться по деревне. Отлично. Ладно, ребят, вот на такой вот не очень понятной ноте я заканчиваю свою первую серию по игре «Русский симулятор деревни». Если она вам понравилась, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите, что вы хотите продолжение этой игры, и, собственно говоря, мы ее с вами продолжим. На этом я с вами попрощаюсь, всем до скорой встречи, друзья, всем удачи и всем пока.